Сергей, что главного в мытье дисков? Главное, чтобы была черненькая резиночка. Черненькая? А ты с очернителем все это делаешь? Нет. Очернителем делают педики. А нормальные пацаны делают щеткой и хозяйственным мылом. Но так как щетки и хозяйственного мыла нет, мы делаем губкой и шампунькой. Ясно. А полочку будешь натирать? Полочка уже натерта. А, уже натерта. Ну потом протрешь ее, да, и не, будет. Ну сейчас терхером пройдем. Терфюрцем. И будут как у котика, да? Да. Как у котика яички. Как яички котика, да. Ну так-то диски ничего, ровные. Неописуемая красота.